С 25 декабря 2019 года по 3 января 2020 года проводится второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника». В работе задействованы сотрудники подразделения административной полиции. Организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов. Актюбинские полицейские выявили 17 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий. Изъято более 1500 пиротехнических веществ и изделий с их применением, не имеющих сертификатов соответствия. Кроме того, выявлено 2 факта незаконного использования петард.